Приветствую всех зрителей и подписчиков канала, с вами Жак Херсон. Добро пожаловать на прохождение игры Assassin's Creed Unity. Довольно-таки неоднозначный проект, спорный во многих... Так, полетят головы, не будем совместно проходить. Что ты делаешь? Вопрос, убить вора сейчас. Он вошел и... Вор! Сейчас поймаем. Сейчас поймаем. Это Яночка. Ладно, как вы видите, Франция охвачена террором и хаосом. Куча... Тише! О! Ты зачем это? Я не думаю, что это хорошая идея нападать на меня. Опа. Такое ощущение, что тамплиеры решили погрузить Париж в голод, хаос, и мы постараемся с этим как-то бороться, противостоять. Так, что это за новый значок? Я не понял. Не того лавочника прижал? Ущипнул монашку? Не говори, сейчас вместо задания адская машина присоединится через 5 секунд. Ну, теперь на улицах стало гораздо спокойнее. Твоя помощь нужна, братыш. Присоединяться совместно, как вы знаете, я поговорю с моим другом. О, смотрите, это же черная борода. Да, первый раз в играх показывают мужичка без ноги, кстати. Нормально. Окей. Посмотрим. Спокойно, спокойно, не надо было на Всё. Больше нет желающих повоевать. Долго же тебя будут искать. Чёртова шумиха. Беспредельщики. Что за... Это знак, ребят, он указывает. Так, я видел, кого так в фильмах про пиратов показывали, где зарыт клад. Да. Глючная игра, плохо оптимизированная, но в любом случае она мне нравится, и я пройду ее до конца. Надеюсь, вам нравится прохождение мое тоже, и тот, кто не смог поиграть, посмотрит ее на канале у Жаки Херсона, ребят. Лайк, если это так. Море, 31 октября 1792 года. Ну-ну. Ну, рыжая моя малышка сидит тут. Как дела у торговцев зерном? Здравствуй, Арно. Им сейчас не позавидуешь. А что? Новости о Жермене. Некая Мари перекупает по его заданию зерно и свозит к частной пристани. Мари Левек? Кто это? Левеки – старый тамплиерский род. Мари единственная была против изгнания Жермена, так что я даже не удивляюсь. Не знаешь, как ее найти? Ее саму нет. Но все зерно, которое попадает в Париж, сгружают на пристани у ратуши. Ладно, начну там. А я попробую выяснить что-нибудь о мадам Левек. Договорились. Так, на пристани, я так понял.
зерно. Будем следовать, скорее всего. Надо их догонять. Надо. Следуем за баржей. Так, быстрее. Еще уйдет. Дамы, мое почтение. Сократите дистанцию. Постараюсь, конечно. Давай, давай. Не прикасайтесь к воде, ребят. Одно из дополнительных заданий. Алкашня подмостовская. Сокращаю. Нет, как потеряно, блять, вон она. Твою налево, это кидалово. Арно, нас опрокинули только что на баржу с зерном. Ничего, 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 это у них не удастся избежать. Правосудие Assassin's Creed. Поговаривают, ребят, что следующий Assassin's Creed будет в Англии. Даже в сеть просочился скриншот с Биг Беном и новым главным героем. В принципе, идея, конечно, хорошая. Да и несложно им будет перенести времена французской революции, времена старинного Лондона. В принципе, там чуть-чуть подшаманить, добавить Шерлок Холмса с собаку Баскервилей и готово. Надо их догонять. Надо. А ты не старайся вообще. Если мы так будем бегать, как ты бегал в Call of Duty, Женя, люди начнут нервничать. Поэтому топим. Сейчас тебе там дьявол не поможет. Все, не отвлекаемся ни на кого. Слазь. Дамы. Живи пока не стоит. Гребите же! А нормально так гребут. Быстрее, псы! 40 метров, куда еще сокращать дистанцию? Блять, вот это было подстава сейчас. Взял в воду. Правый борт! Да хватит драться. Это уже похуй. Правый борт!
Перепрыгивай. Даже так. Так я, в принципе, почти первый раз успел. Подставили, гады. Сюда! Эй, отвязывай! Капитан? Мадам. Все в порядке? Да, мадам. Приказы у вас? Ушел, мерзавец. Вот они. Вижу. И проследите, чтобы один из мешков обязательно порвался. Да, мадам. Работать! Что вы мутите, мадам? Мне непонятно. Мари Левек. Украдите. Что это было? Не-не, тут тебе показалось, это рыба плещется. Ладно, давайте попробуем зачистить. Хотя вы же знаете, почему. Лови, придурка! Вот так вот. Отсидеть ты хотел, собака! Поглядите, как устал! Что, живут будут? Ой-ой-ой, ну давай, пожалуйста. Эй, ты! Ты держись-ка! Нашел! Так, соберись. Кто-то там есть. Не-не, то вам показалось. Я тебя раздавлю! А ну, стой на месте! Жалкая попытка! Ты не доплатишь! Опоздал на повозку вас! Но уж нет, пёс! Вперёд! Вот так! Собак! Что так? Помучается! Цель моей жизни — выпустить фишку из предпредателя! Хватит! Куда он делся? Он из дежки сбежал! Да. Проклятый мерзавец! Я вырву твой гряд! Скоро устанет! Внимание! Устану, только не сегодня. Кто там стрелял еще? Вот это твой был последний выстрел. Пойдешь крабов кормить. Ну так есть чуть-чуть ранение. Окей, что за приказы? Сейчас полечим парню плохо. Уголь. Зачем вы уголь носите в кармане, дядя? Да ладно тебе, что случилось. Еще того, после болит Руси, или что он там сказал. На каком вы говорите, французы? Так. Вот эти парни так стоят. Это же ты! Ой-ой-ой.
жестко, Арно, жестко. Tu te crois rusé? Tu finiras entre les mains de Charlot. Attention, il y a une vermine de garde. Parmi nous, il y a au moins un voleur ici. До свидания. Тут прям революция станции. Давай, давай. Где бы я ни был, все танцуют локтями. Все танцуют локтями. Ой. Нормал. Атмосферно. Что нам удалось выяснить? А ну-ка скажите мне. Люксембургский дворец. И что же вы задумали? Сейчас узнаю, что переживал. Battez-les à mort! Vous méritez, ils méritent de mourir! Ils ont fait! Ils ont fait! Ils ont fait! Они! Защитите меня! Вы тоже! Вы не можете! Вы слышите? Сейчас! Мне надо было лезть! Есть! Во Франции стало безопаснее. Все разрешили сидеть. Голодранцы. Да, на здоровье приходите. Вы с пистолетами с саблями стоите, как вас какие-то голодранцы обирают. Что за новости? Так, что у нас по сюжету? Куда? Новая локация. Укрыватели провизии. Окей, ребят, давайте укрыватели провизии пройдем в следующем видео. Спасибо всем, кто посмотрел, кто поставил лайк. Не забывайте делиться видео и подписываться на канал. С вами был Жек Херсон, ребят. Всем пока!